В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Джемала Мамаяна, известного в криминальных кругах как Джека Тбилиски. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Полиция установила, что Тбилиски с 2014 года фактически руководил преступным сообществом в Приморье. При этом он контролировал криминальные процессы в регионе, находясь за пределами России. Также были установлены личности тех, кто обеспечивал на территории Приморья непосредственный контроль над криминальными процессами, отчитывался перед фигурантами и следил за исполнением его указаний. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на задержание Тбилисского и пресечение деятельности других лидеров уголовно-преступной среды. В июне прошлого года Мамаян был объявлен в международный розыск по решению Магаданского городского суда. Его обвинили в организации преступного сообщества. Джемал Мамаян – уроженец Тбилиси, езид по национальности. В ноябре 2008-го он получил воровской титул по решению представителей клана лидера преступного мира России Деда Хасана.